Всем здорова, друзья, с вами спикер и Гордон Фримен. Продолжаем брать у ресурсов максимально, все по-честному и хардкору. Итак, друзья, настройки у нас трудные, окейшки подтверждаем. Идем спасать мир, поднимаемся наверх, надираем задницу и спасаем весь мир. Муравьи, где вы находитесь? Мои феромоны уже возбудились, но я вас не вижу. Они, видимо, отдыхают, пускай отдохнут, ребят, потому что была очень хорошая заварушка прошлой серии. Ок, прыжок, нормально. Так, я их реально не слышу. О, секундочку, появился зомби. Ну-ка, иди сюда, держи канистру. Тут даже два зомби, что ли? Можно вот так сделать? Вот так, нормально получилось. И сдохли. Довольно быстро и эффектно. Хорошо, феромоны, где вы находитесь? Я, по идее, вас вызываю, вас нету. Не появились. О-о-о, назад, назад, назад. Они спрыгнули просто сверху и загасили. Довольно быстро и эффектно. Есть еще сверху, ребята, они тоже справятся. Просто на ура. Ну-ка, давайте все наверх. Там уже прессуют наши. Наверх. Десант пошел наверх. А я пошел тоже наверх. Так, секундочку, нам не в эту сторону. Чудесно. Какие стоны. Какой звук. О, кусок говно упал. Поднимаемся наверх. Спасаем мир. Давай же прыгай. Да, походу, застряли в текстурке, что ли? Черт возьми эту лестницу. Тяжелый перелом. Мы не смогли подняться по лестнице. Что за фигня? Мы просто поднялись и перешли. Так, все чисто. Так, кидаем наверх, пускай идут наверх, а мы пройдем здесь. Ребят, дайте я тут пройду. Так, нычки, то, что нужно. Ребята, давайте за мной. Там есть вышка еще одна. Да, есть вышки, там есть чувак. Так, забросим. И сейчас разберутся ребята мои. Так, разбирается. Так, уйдем в сторону. Уйдем в сторону, чтобы нас не зацепили. Эй, ребята, просто... О-о-о, кто меня прессует? Что за фигня? Спокойно, спокойно. Здесь маленький ползает еще. Обалдеть. Так, дайте тут пройду. Поднимаемся выше. О-о-о-о-о! Ты откуда взялся здесь? Спасибо, прикрыл меня сзади. Так, хорошо, феромоны пошли вперед. И еще неизвестно, кто у нас тут будет. Возможно, зомби будет еще. Но я помню, здесь была какая-то тюрьма. Так, вперед, феромоны. Вперед давай. А, пошел вперед сам. Какие вы ленивые. Давайте за мной. Так, у нас тут чисто. Как-то тихо. Очень тихо. Ну-ка, иди проверьте, что у нас там. Вперед, мои львы. Нет, реально все тихо, спокойно. А, там есть вышки, походу. Ну-ка, ребята, давайте наверх. А я пока что заберу нычки эти и к вам подойду чуть позже. Так, так, уже заметили. Меня уже заметили. Две вышки вижу. Две вышки. О, есть третья вышка. Третья вышка, и сейчас пойдем на третью. Ребята, идем в атаку. Так, смотрим, наблюдаем. Ух ты, жесть, как раскидали. Влево-вправо всех. Хе-хе, круто сделали. Так, мне прессуют уже. Даже мне досталось. Ребята, идем в атаку. Я, конечно, не буду помогать. Вы крутые перцы и сами справитесь. Там всего лишь один пулеметчик. Ну-ка, в атаку, в атаку. Хорошо, помогу вам. Какой везучий... Даже не буду материться. Ох, нормально присобачили. Так, хорошо, берем феромоны и в атаку вперед. Там сразу трое. Так, перчик готов, ребят, пошли на третью вышку. Ближе, ближе подходим. Ох, есть нычка. Берем. Были всего лишь патроны. Ну хорошо, поможем. У нас, в принципе, автомат очень много патронов и можно помочь. Вот таким макаром. Но сперва нужно феромоны использовать. Пошли вперед, с другой стороны. Сзади можно обойти, по идее. О, пошли сзади, как я и сказал. Как сказал, так и не сделали, и все получилось чудесно. Хорошо, ребята, теперь дальше туда. Я пока что пойду проверю. Там у нас есть на вышке. Сейчас помогу вам. Так, пошла гренка в нашу сторону. Раскидали всех. Тут у нас чисто, раскидали, только я не вижу трупов. Припасов тоже никаких нету. Какие мои хорошие, просто
Обалденно, ребята. Обалденно, не обалденно. Почему не убили этих двоих? Так, гренкам. Уйдем подальше. Так, походу все чисто. Все чудесно и чисто. Да, слышит вертушку. Берем нычки, найдем местечко, где можно укрыться. И будем спасаться. Ребята, уйди. Так, вы мешаетесь. Ну, уйди, уйди в сторону. Так, эту бочку нужно убрать отсюда. Эту бочку нужно убрать. А дальше. Да, прилетела вертушка и сейчас буду гасить. По идее, львы используются как приманка. Можно использовать как приманку. Бочка. Так, спокойно. О, нас не заметили. На! Обалдеть. Кидаем туда гренку и заходим чуть погодя. Держи гренку, ребята. Сейчас будет веселье. Кусок говна отлетел. Сколько там нычек? Ну-ка, собирайся. Все подряд собираем и заходим внутрь. Так, есть бронь, есть у нас жизни. Очень хорошо. И практически будет 100%. 85 точно будет. Но хотя бы 80. Ух, 80 есть. Так, дверь нужно закрыть и в обратную сторону. У нас вон там кто-то есть. Что говно упало сверху. Так, в атаку, ребята. Вон туда именно. Там они хорошо засели. Я справлюсь с вертушкой, а вы должны уничтожить всю пехоту. Гасим всю пехоту. Так, прессуют, прессуют. Ну, заходите уже. Так, вертушка есть, сейчас поможем. Сейчас помогу. Ох, ваша ракета. Эх ты да. Круто получилось. Уходит, он уходит куда-то в другую сторону. Остался последний, он его гасит. Так, он готов, перчик. Есть две ракеты, и я не вижу вертушку. А вот и вертушка. Так, уйдет до здания. И прям появится где-то вот тут. Да, появился, и ваша ракета в него. Эх ты да. Есть еще одна ракета. Ух, как закрутилось-то. Так, секундочку. Берем феромоны, бросаем в эту сторону и бежим в другую сторону. Уходим. Нет, нет, секундочку, у нас там есть. У нас тут есть на вышке. Это дело мы отсюда уберем. Мне здесь не нужно. Так, прилетела еще одна вертушка, что ли? Я не понял, две, что ли? Да, их две вертушки, и у меня даже нет ракеты. Обалдеть. Как справляться даже без понятия? Ребята, гасит вон там. И тогда пойдем дальше туда. Обалдеть, как же сложно, как же потно. Кто меня прессует? С какой стороны? Так, все там чисто? Нет, там еще не чисто. Хорошо, пробежимся. Пробежимся быстренько. Возьмем автомат на всякий случай. Уйди в сторону, мешаешься. Я не, ребята, мешается. А вот и есть патроны. Ох ты да, прессует с двух сторон. Обалдеть. Хорошо, приманка пошла в сторону. Мы берем ракету и гасим. Который дымится, конечно же. Так, где находится? Так, выходим. Просто покрывает свинцом. Так, вот, кажется, подлетает. А это не то. Новенький. И снова пришли ко мне. Уйди в сторону. Мне нужна приманка. А какая разница, гасим этого. Эх ты да. Вон другой. А он даже не дымится, что ли? Я пускал, кажется, две ракеты в него. О, круто. А вот еще одна ракета. Сейчас использую по назначению. Круто получилось. Сейчас возьмем патрончики. Патроны, патроны, скорее берем быстренько. Бочка рядом. Рядом бочка, это, конечно, очень фигово. О, ваша ракета. Он переключается на ракету, и да, можно просто гасить его. Так, ну что, гасим двоих сразу вместе, что ли? В принципе, есть патроны, есть у нас жизни. Так, бросаем туда. Ребята пошли в ту сторону, а я выхожу и гасим их. Так, где он прессует меня? Он слишком далеко. Да, черт возьми, ребята, появляйся. О, появился. Прям животик ему. Так, крутим, крутим, блядь. Черт возьми. Так, он уже дымится. Ноль патронов. Почему так быстро я... Ну-ка, ребята, давайте вперед. Там, по идее, у нас есть нычки, нужно забрать патроны. Вернее, нужно забрать жизни. Вот жизни. И все, что ли? Только одна. Припасом. Да, взяли три ракеты. И я готов сейчас. Хотя бы одну вертушку нужно уже гасить. Так, 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 ваша ракета.
черт возьми. Ох, слишком плотно, слишком сложно. Но, друзья, проходит все на сложном уровне. Но мы справимся, конечно. Главное, я в себя верю. Где засранцы эти? Они слишком далеко от меня. Так, пробежимся. Пробежимся, меня просто подсральник дали. Подсральник еще с другой стороны, что ли? Пошла ракета и прям в него. Давай, давай, родной. Получилось. Так, гасим, гасим. Гасим по полной программе. Ух ты, да. Да, готов. Еще одна ракета, думаю, и будет достаточно. Так, вот дымится тоже. Как чудесно. Ребята, ребята, вы зря находитесь. Как чудесно. Одного готов. Нет, ничего не готов. Черт возьми. Какой живой что-то мерзавец. Ракета. Мне нужна ракета. Крутим, вертим, крутим, вертим, пытаемся запутать, и прямо в него, по прямой, да, не получилось. Ребята, уйдите отсюда, вы реально мешаетесь, у меня уже слишком много хп потерял из-за вас. Уходим. В другую сторону пойдите. 23 хп, это, конечно, полнейшая задница, но мы справимся. Ох, у нас есть, 100% точно будет. Так, сколько у нас ракет? 3 ракета есть, один уже дымится, и скоро он уже пойдет. Всего лишь 73, ты шутишь, что ли? Ну хорошо, то что есть. Крутим, вертим. Хе-хе-хе, получилось круто. О-о-о, было нереально круто. Чудесно. Убили одного, остался еще один. Не нужно жизни. Так, кусок говна упал. Обалдеть. Сколько здесь огня. Где он? Не вижу. Я его не вижу. А вот он, голубушка наша. И последний тоже готов. Практически одновременно. 10 хп, друзья. Обалдеть. Это было очень жестко. Все очень плотно. И все на сложном уровне. Так, ну что, погнали. Берем припасы, берем ракеты. Мне нужно, по идее, жизни. Ох, есть похуднычка. Она меня просто спасет. Так, сверху у нас чисто. Нам нужно идти вот в эту сторону, походу. Ну-ка, ребята, проверьте. А я пойду проверю здесь. Так, все собрали. Много крови. Много огня. Так что, проверили, что ли? Особая тревога. Вторжение в Новокроссе. Нет связи с периметром. Отрядам охраны применить стерилизаторы в блоках с подозрением на заражение. A5, A7... B2. Ребята, идите ко мне. Так, открываем двери, пускаем туда львов. Там у нас никого нету. Пошли в атаку. Обалдеть. Походу подмоги мне не будет. Придется идти уже в одного. Дайте мне обратно. Больше ничего у нас нету. Больше ничего нету. Хорошо, пойдем. Вперед. Как бьется сердце. Я чувствую это. Да, это тюрьма. Как мне помнится, это была тюрьма. Здесь тоже будет очень сложно, но ничего страшного. Я в себя верю, и мы справимся. Так, здесь пройти можно? Да, здесь можно пройти, видимо. Тут у нас больше ничего нету. Ну, пойдем сюда. Вот так мы уничтожили, и все, муравьи будут в нашу сторону. Куда ты взялся там? Так, он готов. И нам на выход, походу. Ребята, я с вами.
Или вы со мной? Так, есть камера, можно посмотреть. О, мерзавцы засели, как хорошо. Хорошо, пополняем уже припасом и идем дальше. Как я думаю, можно закончить серию, друзья. Мы продолжим в следующей серии. Сейчас пополним припасы и закончим серию. И будем уже гасить в тюрьме. О, готово. Хорошо, друзья, увидимся в следующей серии уже. С вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!